В этом году свое 30-летие отметила казахстанская полиция. Заслугу полицейских в борьбе с преступностью, спасении людских жизней трудно переоценить в наше время. Ведь, как поется в песне, наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Один из тех, кто отдал более 30 лет службе правоохранительных органов, Иван Макеев. Сотрудники линейного отдела полиции на станции Тарас поздравили его с этим юбилеем и наступающим Днем независимости. Начальник линейного отдела полиции по станции Тарас, полковник полиции Калжан Урнбеков, отметил большой вклад, который внес Иван Федорович Макеев за время своей работы в правоохранительных органах. Под его началом были воспитаны подполковники и сержанты. По его словам, Иван Федорович – достойный пример для молодого поколения. Хочу отметить гражданина Жамбылской области, гражданина города Тарас, ветерана Великой Отечественной войны, нашего соотечественника, также ветерана правоохранительной службы Макеева Ивана Федоровича, который является полковником в отставке. Иван Федорович призывался вот из города Жамбыл, призывался и с 44 по 51 год учился, то есть до пенсии отработал в линейном отделе милиции Жамбыл, на станции Жамбыл. И в 1982 году вышел на пенсию. Пользуясь также этим случаем, хочу поздравить Ивана Федоровича с наступающим праздником, пожелать ему здоровья, успехов, благополучия его семье. После нашей встречи сотрудники отправились домой к ветерану с подарком. От такого приятного сюрприза ветеран не сдержал слез. Иван Федорович поблагодарил за оказанное внимание. Он отметил, ему приятно, что его вклад не забывается и ценится. Это подарок преподнесли от лица всех служащих нашего отдела. Большое спасибо для меня, как ветерану Отечественной войны, что не забываете в эти праздничные два больших праздника 30-летия и 31-й годовщины нашей республики. Это говорит о том, что все-таки дружба нашего отдела с ветераном поддерживается. Также Иван Федорович поздравил с наступающим Днем независимости. Независимость я пожелаю только одно – сплоченность всех жителей нашей республики. Не нужно чего-то там нам делить, разделить. Мы должны спаянно жить, дружелюбно. И это говорит о том, что где порядок, где дружба, там и идет процветание. Иван Макеев родился в 1927 году в Тамбовской области. Был призван в 17 лет в ряды советской армии. Является кавалером ордена «Великая Отечественная война 1941-1945» второй степени. Медали за боевые заслуги. За победу над Германией в Великой Отечественной войне и за победу над Японией. После демобилизации Иван Макеев поступил в Могилевскую специальную среднюю школу транспортной милиции МВД СССР. А в 1967 году окончил Алматинскую Высшую школу милиции. Почти 30 лет проработал в ЛОВД по станции Джамбу. В свои 95 лет фронтовик выглядит и чувствует себя бодро. Валихан Талгатов, Канат Бакатулы, Айкон Акпарат.